срочно обратите полосы. Ёлки-палки. Я еще его пока не видел. Кто проскочил? Мамаев. Вот и проехал, вот и все. А что ж вы так? Это не Мамаев. А, это не Мамаев? Мамаев. Кто знает, машину не знает. Вот. Так вот он вон поехал. А, нет, это не... Ой, ты что меня пугаешь-то? Мамаева задержать. Шлагбаум не пустить, не пускать. Ищем? Я не знаю. Перепугали тут с этим Мамаевым. Потому что он, блин, наглый. Он заезжает туда, нифига не оплачивает, а потом кричит, что я не обязан платить. Вы не помогаете с меня деньги. Представляете, все платят, да, блин, а он, значит, нельзя. Так, что у тебя за машина? Ларгус. Лада. Лада. Ты есть, Мамаев? Блин, так ложился, да? Наверное, да. Сигнализация. Мамаев, перекрыть, опустить шлагбаум. Все суетятся, что-то бегают. А Мамаев просто хочет проехать, отправить груз. Ни больше, ни меньше. Пешком пропустите? Не пропустит пешком. Не хотят люди в суд на меня подавать, понимаете? Самоуправством занимаются. Я им паспорт предъявил, машина готова к досмотру. Не пускают. Что делать? Деньги. Они хотят от меня деньги. Скажи мне, сколько тебе надо денег? Давай я тебя отшелушу. Чего ты молчишь? Полиция этим не занимается.